Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня находимся в Голубицкой, как всегда. Уже вечер. Больше 6 часов. Я не могу сказать, сколько. Может быть, уже и 7 часов. И мы идем с Риточкой. О, тут камень есть. Интересно. Да ладно, куда ты потащишь такой булыжник? Мы идем с Риточкой домой. Накупались, короче, здесь. Просто невероятное место. Посмотрите, у нас здесь есть 33 богатыря своих в море. Здесь часто бывают дельфины. В том году я вообще их видел здесь постоянно. Каждый раз, вот как мы сюда приходили, я не удивлюсь, если они даже сегодня здесь были. Но вот мы пришли сегодня ближе к вечеру, к 5 часам. Потому что у нас сейчас невероятная жара. И лучше загорать все-таки вот вечерком и утром. Мы недавно приехали из Питера, я успел уже просто сгореть. И берегусь немножко. Сегодня просто еще одна интересная тема такая будет. Я хочу рассказать, вернее, разрешить спор наших зрителей небольшой. Они сегодня начали спорить, много ли людей здесь в Голубицкой или мало. А я вам хочу сказать, Голубицкая — это единственное место в мире практически, где такого вопроса не может звучать вообще никогда. Вот я уже рассказывал, старые зрители знают, Голубицкая — это 8,5 километров сплошных пляжей. Плюс еще вот в левую сторону бесконечные пляжи до пересыпи. И в правую сторону до диких пляжей. Это вот где у нас Темрюк. Поэтому здесь нет такого вопроса, много или мало людей. У нас пляжи разные. Посмотрите, топ-10 пляжей, топ-10 лучших пляжей России. А у меня есть плейлист, и вы поймете. Вот здесь мы с Риточкой идем. Людей немного. Посмотрите. И то у нас сегодня прилив. Обычно этот пляж, вот где девушка в белой рубашке стоит, вот он такой ширины. Сегодня прилив. И он немножко такой поуже стал. Видите, места всем хватает. А сейчас мы выйдем на центральный пляж, я вам покажу. К вечеру, конечно, людей уже поменьше стало здесь. Но все равно. Вот такие дела. И вот у нас каждый пляж, он по-своему отличается от других. Вот это вообще тайное место. В этом году, я смотрю, здесь людей много. И много, кстати, наших зрителей здесь отдыхает. Просто очень хорошее место. И все вот сюда стремятся. Я показываю, вот примерно здесь сейчас живет где-то 7 семей наших зрителей. Это вот только благодаря вот этим видео, которые вот снимал я, показывал вот разные пляжи, места. Потому что действительно тут вот очень хорошо. Видите, я показывал здесь, когда отливы бывают, когда приливы. Вот здесь жилье, кстати, сдают наши зрители. Посмотрите, кто хочет в таких домиках жить, пожалуйста, обращайтесь. Вот море сегодня прекрасное, великолепное. Медуз нет. Все дети купаются, маленькие, взрослые, низкие и высокие. Люди проходят, кто экстремалы, но здесь как бы экстрима никакого нет. Посмотрите, вот вдоль заборчика они идут. Вот там вот прямо под фонтанами, под брызгами. У меня просто аппаратура, я не могу сейчас с собой пройти. Телефон жалко, друзья, и так он у меня кредитный, поэтому я не буду сейчас рисковать по таким местам ходить. Но вам всем советую, посмотрите. Это просто невероятное приключение. Только в Голубицкой есть такие вот варианты. А мы сейчас пройдем с Ритусей, выйдем на центральный пляж. Посмотрите, какая красота. Вот прямо здесь домики есть. Можно снимать. Посмотрите. Я не знаю, тут сколько, 10 секунд. И вы на берегу, так сказать, в своих апартаментах. Здесь очень хороший есть мини-отель «Чайка». Вот, обращайтесь. Здесь даже для инвалидов есть. Вот у кого колясочники, ребята, есть. У них есть заезды прямо в комнаты. Это редкость для Голубицкой. Вот, поэтому обращайтесь тоже. Вот такие красивые места. Ладно, идем смотреть.
И вот такие тихие места. Представьте, кто из вас вот сейчас отдыхает в Голубицкой, раньше отдыхал. Вот можете себе представить, да? Вот там вот за этим заборчиком дома и сразу море, которое я вам показывал, где фонтанчики. Вот так вот поставили свою машинку, сняли домик. Единственное, что здесь цены, конечно, такие, знаете, хорошие. Но есть и дешевле номера. Не отдельные домики, а вот реально номера. Тоже кому нужно, обращайтесь. Я вам подскажу адреса. Посмотрите еще, какой здесь есть плюс. Грязевое озеро. Утки плавают, маленькие утята, большая утка. И мы идем. Вот так вот люди живут. Здравствуйте. Отдыхаете? Детишки отдыхают. Купаются прямо здесь. Посмотрите. Вот такая уютная обстановочка. А вот и еще один пляж, допустим. Он не битком. Тоже тихий, спокойный. Поэтому смотрите канал Двинский Закохо, чтобы узнать вот такие хорошие места. Вот. Не обязательно где-то ютиться там, да, на маленьком пятачке земли с лежаками там платными и так далее. Вот есть у нас и такие места. Пожалуйста, вот так вот придете. Или снимите жилье. Я вообще всем советую. Смотрите вот этот топ-10 лучших пляжей России, чтобы выбрать именно пляж под себя. Вот обратите внимание, дорогие зрители, нет смысла спорить, забита Голубицкая или пустая. Вы понимаете, о чем я? Здравствуйте. Люди все довольны, сидят, все хорошо, красиво. Так, красота, друзья, красота. Вот, посмотрите. Где люди? Нет людей в Голубицкой, смотря как снимать и кто где живет. Птички кругом. Красота, красота. Просто невероятно, друзья. Просто невероятно. А сейчас мы подойдем к пляжу, где просто море людей, битком. Такие целые бассейны. Ну-ка, Ритусь, занырни сюда. А, не хочет. Целые бассейны, друзья, здесь люди выкапывают. Это какой-то, наверное, наш папа тут постарался. Я тут часто вижу, они берут целые лопаты, большие копают. А потому что у нас здесь, за вот этими, как бы, дюнами, такими насыпными, трактор специально делает. У нас здесь, друзья, автокемпинг. Сейчас я вам покажу. И тут есть лопаты в машинах 100% у наших палаточников. Вот, посмотрите, так вот люди живут, с детьми приезжают, мотороллеры берут. Байки различные, у кого прицепы есть. Велосипеды. Представляете, как хорошо. И, пожалуйста, опять. Отдыхаешь спокойно. Нет никакой вот этой черноморской, да, как банки, селедки там в банке. Я смотрел сегодня, как в Анапе там люди загорают стоя у блогеров там местных. Но вот зачем это, друзья, да, зачем? Там просто грязный пляж. И ты вот так вот стоя стоишь. Я даже не знаю, в чем удовольствие, непонятно. А здесь у нас, посмотрите, какая красота. Просто люди кайфуют. Я еще жалею, что волн нету таких. Сегодня зрительница, она писала, мы не можем купаться. Я не знаю, друзья, как вот наша дорогая зрительница не может купаться, я не понимаю. Посмотрите, здесь все купаются, от мала до велика, абсолютно. И вот так вот загорают, отдыхают. Есть под деревьями места такие затененные. Очень мало, к сожалению, у нас таких мест, но все-таки имеется. Ой, как хорошо. Сейчас мы с Риточкой идем на грязевое озеро. Она еще хочет там поплавать. Я ее подожду. А потом снова нырять. Снова нырять, нырять бесконечно. Надо пользоваться, пока лето и пока нет медуз. Тоже такой вопрос животрепещущий. Друзья, пока их нет. Да, бананочка, вид. Вот так вот в жилетиках у нас люди. Смотрите. Прокат, пиратская такая база здесь. Люди готовятся. Сейчас поедут на бананки. И вот посмотрите опять.
Вот, возможно, вот, кстати, посмотрите, вот так вот, да, по деревьям, красота. Одно из моих любимых мест. Здесь, кстати, онлайн-камера. Вы можете себя даже посмотреть, кто здесь будет отдыхать. Вот там, вот видите, на столбе черное. Вот, и посмотрите, здесь уже людей море, практически битком, да? Потому что это центральный пляж Голубицкой. У нас в Голубицкой есть такие места, где прямо забито, где иногда пройти невозможно. Я даже сейчас туда не пойду, чтобы вот так вот людям не мешать. Потому что бывает идешь, и даже неудобно снимать. Вот посмотрите, вот такая красота. У нас даже здесь грязью лечатся люди. Для новых зрителей вот это покажу. Вот, я надеюсь, вы поняли, спорить нет смысла. Есть и пустые пляжи, есть и забитые битком. Да, Ритусь? Как это, да? Мы сюда не ходим, мы ходим на тихие места, да, такие? Тихие, интересные. Вот, на этом я буду заканчивать. Сейчас мы с Риточкой идем. Она хочет именно вот Грязевое озеро. Я не знаю почему. Ну пусть, ладно, поплавай там немножко. Все. До свидания.